Привет, народ. Давно уже видео не выкладывал, да я и в гараж не заходил уже пару месяцев. Ни до самоделок, ни до чего. Так, съездил в транспортную компанию и забрал посылочку. Вот. Ну, сразу ее не вытаскивал. Сейчас поехал. Завел тракторок. Поехал, почистил дорогу. Дорога чистенькая, все нормально. И в ту сторону все чисто. И в эту сторону. Всю зиму я вот этим малышом чистил свое СНТ. Все 5 улиц. Улиц, 5 улиц у нас по 800-кам и 2 улицы, но там не полностью, там частично на 600-ках тоже там люди живут, и там частично чистил. Только вот когда был снегопад 2 дня, там, конечно, уже такие сугробы стали, что аж это, мой малыш уже не справлялся. Такой заднеприводный и с цепями, но монопривод есть монопривод, это не полный привод, пришлось заказывать большой погрузчик. Вот, а сейчас чуть-чуть пробежался, можно было уже не чистить, все равно уже все тает, но все равно посдвигал. Мне нравится, когда чистенько, ровненько дорога, вот без этих вот всяких там. Здесь я уже чищу и все, и в ту сторону. Давайте я сейчас посылочку вытащу и покажу. Вот таких 2 плужка заказал. Кто-то скажет, что сам не сделал бы. Ну, честно, вот пытаться делать, что-то потом косичнешь в углах в этих. Есть люди, которые умеют делать. Именно эти 2 плуга делал мне Радик, мой знакомый. Радик, тебе большое спасибо, что согласился изготовить. Доехали, все хорошо. Вот Радик, вот как ты деревяшку поставил, все на месте. Это вот, чтобы нос защитить. Хотя он толстый, ничего бы с ним не было. Но мало ли, возьмут, кончик погнут или еще что-нибудь. Вот. Все доехало, все отлично. Так вот, изготовил мне их Радик. Он учился у Шуленко вроде, если не ошибаюсь. Извиняюсь, если неправильно назвал фамилию. Владимир. Владимир Шуленко вроде, да. Вот он по его видосам учился. Вот эти углы. Вот этот угол, да, вот идет, который наклон ножа у нас, который угол атаки, вот это все. Ну, как оно все правильно там делается, вот это я ничего не знаю, поэтому по-любому где-нибудь докосичнул. Радик изучил этот вопрос, он себе изготовил, вот, поэтому я попросил тоже парочку мне. Радик даже в зеленый цвет, как мой трактор, покрасил. Это отдельное спасибо большое. Заказал 2 лемеха. Вот.
один, понятно, что один вдруг потянет и два, потому что мужики вроде все хвалят вот эти плуги, поэтому как пашет, как можно сказать, пух. Потянет два, потянет. Не потянет, значит, поставим сюда мост передний. Если вот этим будет трактором. Если на другой проект, то понятно, там он уже будет полноприводный. Вот эти все так они выглядят. Вот. Все отлично. Плуги мне вообще нравятся. Классная вещь. Не то, что китайское говно вот это в магазинах, которые углы вообще не соблюдены. Там лишь бы его изготовить и все. Тоненькие жестяночки там. Гнется носы. Я лично гнул их уже не... Даже мотоблочный, который у меня плуг был, я раза 4 гнул носик. Здесь-то лемех, ну, понятно, да? Нож. Видно, видно. Вот, стоечка. Полевая доска, как они там называются, точно не знаю. Ну, в общем, вот такие посылочки две я забрал под мой проект. Надо сейчас середина марта. К весне надо успеть еще изготовить сюда треугольник. Что здесь фреза висит? Кстати, фреза висит, это как дополнительная нагрузка на заднюю ось. Вот я ее нацепил и катаюсь вместе с фрезой. Карданчик только убрал, чтобы пригрузить эту жопу. Чистит, кстати, отлично. Вот все устраивает, я же говорю. СНТ, если образно взять, 5,5 улиц получается, потому что там две улицы, они коротенькие, если их соединить, получится полулица. Вот. В общем, 5,5 улиц, а каждая улица у нас по километру. И вот всю зиму этот малыш чистил дороги. Отвал, ну, отвал я показывал, поворачивается за счет косточки, которая вставляется в какую-то сторону надо, туда и поворачиваю ее. Гидравлика вся сделана, капот я снял, потому что у меня ремни менять. Это каждый раз надо капот снимать. Не очень удобно. Я его пока не стал ставить. Вот. Быстросъемы все есть. Быстросъемы спереди. Снег ротора я даже цеплял. Вот они тут два быстросъема. В перчатку я засунул. И сзади два быстросъема. Но они не для чего, просто. Где они там, кстати? А, вот. Первый быстросъем. Я еще их не прилазил, так что просто пока болтаются. Вон второй. Вот. Все секции теперь у меня задействованы. Тракторком очень доволен. Даже не хочется продавать. Все справляется, все делает. Вот. Но все равно придется его продать. Почему? Я не добился той скорости, которую я хотел. Я хотел, чтобы прям еле-еле полз. Да, можно даже меньше 1 км/ч по фрезе. Фреза пытается постоянно выскочить. Оборот у меня регулируется от 200 и выше. Но трактор надо делать еще медленнее, еще занижать. Или поиграться в этих... шкивами еще поиграться, чтобы занизить скорость. Ну и все равно полный привод, хочется полный привод. А так тоже, и он и пахал у меня. Я же говорю, 4 раза аж кончик гнул. Видео это у меня нигде не попало, некому было снимать. Стойка у меня сломалась. Вот. Вот такие плужочки. Будем испытывать, проверять, тестить в моем хозяйстве, на моем поле. Может быть, как-нибудь покажу, но это на другом канале будет, не на этом, не на тракторном. Там я буду испытывать эти плужки. Там у меня сейчас 2 гектара. Надо выкорчевывать деревья сначала, потом кустарники, вот это. Ну, все, короче, очистить поле, потом раза 3. Вон самолет, хотите посмотреть? Еще высоко пролетел, ниже еще летают.
Вот там 2 гектара, еще раз за лето раза 3 буду перепахивать, этот сорняк весь убивать, и только в следующем году буду засаживать. Это я брал именно для себя, для своих целей. Ну ладно, мужики, в принципе, хотя просто плуги показать, Радику, что плуги сюда ехали, все отлично. Вот. Процесс изготовления потом покажу.